Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Мы купили стиральную машинку, и она работает не хуже новой. Очень помогает нам, так как у нас двое детей. Мы рады, что смогли сэкономить. «Титан» – для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Котельниче начали судить Александра Червякова, которого обвинили в убийстве знакомого в бане. По данным следствия, причиной конфликта между мужчинами стала женщина. Она пришла в предбанник, где собутыльники выпивали, и поссорила обоих. «47-летний обвиняемый Александр был старше своего собутыльника на 20 лет. В бане они не мылись, сидели и выпивали». «Покажите, где лежал нож». «Здесь». «Возьмите, покажите». «Так лежу». Поначалу все было мирно, но в мужской разговор вмешалась женщина, сожительница обвиняемого. «В ходе употребления спиртного к ним присоединилась сожительница подозреваемого, из-за которой и произошла ссора между мужчинами. Когда женщина ушла, конфликт продолжился». Что именно сказала сожительница, неизвестно, но после этих слов 27-летнего потерпевшего Игоря как будто подменили. Он, по мнению обвиняемого, стал агрессивным. «Он начал психовать, кричать, ругаться, материться». Успокоить собутыльника Александр решил с помощью ножа. Он ударил Игоря в спину. «Ударил». «Куда именно?» «В спину. Где-то тут или тут». Одного удара хватило, чтобы потерпевший потерял сознание и скончался на месте. Когда на место убийства приехали оперативники, отрицать свою вину Александр уже не стал. «Следователями Следственного комитета уже предъявлено первоначальное обвинение мужчине. Он дал следствию признательные показания. В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Уголовное дело по статье убийства уже передано в Котельнический районный суд. Червякову продлили арест и назначили судебное заседание. Сейчас мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, «Место происшествия». Новый год не за горами, ты в «Титан» быстрее спеши. За подарками для близких от своей большой души. Компания «Титан» для всех и каждого.